Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Более 40 случаев заражения омикроном в Самаре. Какие меры предпринимают городские власти для борьбы с коронавирусной инфекцией? 20 миллиардов рублей на лекарства. Столько правительство России выделило регионам на закупку средств против ковида. Сколько получит Самарская область? В России свой профессиональный праздник отмечают работники таможни. Какой контрафакт чаще всего выявляют в Самаре? За сутки в Самарской области зарегистрировали 1205 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1436 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 188 634 пациента с подтвержденным ковидом. Заболело же с начала наблюдений более 211 тысяч жителей региона. В Самаре выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом. Цифры озвучили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что ситуация с заболеваемостью остается под контролем. О принятых на заседании решениях расскажет Михаил Ермоленко. Ситуация с коронавирусом в Самаре под контролем, говорят специалисты. Но цифры по заболевшим продолжают расти. За предыдущую неделю в городе выявили 2444 случая заражения COVID-19. В сравнении с предыдущей неделей число выявленных заболевших увеличилось в абсолютных показателях на 1612 случаев в 2,9 раза. По уровню заболеваемости в сравнении с другими городами Самарской области на третьей неделе Самара лидирующее место занимает. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, заболеваемость растет во всех возрастных группах. Увеличение числа инфицированных практически в два раза замечено и у детей, в том числе до года. Также вторую неделю растет количество заболевших взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Особую обеспокоенность у членов оперштаба вызывает число ковид-больных на промышленных предприятиях. На прошлой неделе там зафиксировали 24,5% заболевших от общего числа работников. На этой практически 39%. Специалисты отметили, что уменьшилось число тяжелобольных коронавирусом, зато увеличилось количество тех, кто проходит лечение дома. Давайте поручим усилить внимание к этой категории, у нас к амбулаторным больным и к промышленным предприятиям. Это задача на текущую неделю до следующего штаба. Также члены оперштаба решили усилить количество проверок в учебных учреждениях. Школьников пока не будут переводить на дистанционное обучение. Что касается нового штамма омикрон, по состоянию на 25 января в Самаре выявили 41 случай. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В поликлиниках региона развернуты 25 дополнительных кабинетов фильтр-отделений для приема взрослых с симптомами простуды. Поручение подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения омикрон-штамма регионам дал президент России Владимир Путин. В Самарской области ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии. По поручению губернатора Дмитрия Азарова усилена работа по охвату населения вакцинацией. Также по инициативе главы региона на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов области создали специальные бригады для работы с жителями, заболевшими коронавирусом. На днях губернатор передал для работы этих бригад 30 новых модифицированных автомобилей «Лада Ларгус». Самарская область стала участником пилотного проекта реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На реализацию проектов по всей стране в течение года направили около 70 миллионов рублей. Что удалось сделать и какие задачи стоят на этот год в нашем сюжете. Расширение уходовых услуг, увеличение времени на каждого подопечного. Такие задачи стояли перед социальными службами региона в начале прошлого года, когда был запущен пилотный проект реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В координационном центре, который разместился на базе областного центра «Семья», создали группу модераторов и тренеров. Они учат социальных работников ухаживать за пожилыми людьми, тому, как правильно пользоваться современным реабилитационным оборудованием. Любой процесс межведомственного взаимодействия – это всегда процесс очень тонкий, там, со множеством разных подходов к разрешению той или иной задачи. Однако нам на региональном уровне удалось такое взаимодействие эффективное оказать, и все коллеги очень искренне и ответственно к этому процессу подключились.
Проект реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами был запущен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда в пилот вошли 6 субъектов Российской Федерации, а сейчас уже 24 региона включены в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода. Самарская область присоединилась к пилотным регионам в 2021 году. Новый формат реализуется в Отрадном и Чапаевске. Однако перед этим отдельные элементы СДУ внедрялись на предпилотных площадках, которыми в 2019 году стали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий, а в 2020-м – Отрадный и Самара. Командная работа, она способствовала тому, что, да, были определенные вопросы, которые, может быть, мы взяли в работу и на 2022 год, но и было очень много сделано и шагов, и ответов, собственно говоря, которые уже являются нашими собственными и общими наработками. У нас до внедрения системы долговременного ухода 76% наши соцработники оказывали услуги по доставке. Лекарства, продукты, оплата квитанции и так дальше, и так дальше. И только 24% было уходовых услуг. В этом году уже мы можем констатировать факт, что это 86% уходовых услуг и 14% это сервисных услуг. Очень важно увидеть на перспективы, самое главное, на 2 шага вперед, что нужно изменить в законодательстве. Вот это взаимодействие имело свой результат. Самое главное – это оценка тех, кто получает эти услуги. И второй момент, при посещении, при проведении выездного заседания мы отметили оснащение. Потому что ведь тоже очень важно оснащение, именно целевое оснащение тех средств реабилитации и того оборудования, которое помогает и специалистам, и самое главное, еще раз говорю, отметили посетители, то есть потребители этих услуг. Индивидуальный подход, качественное обслуживание, профилактика когнитивных нарушений граждан старшего возраста – основные направления работы системы. За год участниками проекта стали 812 пожилых граждан. Задача на 2022 год – взять под опеку как можно больше тяжелых пациентов, тех, кто без посторонней помощи обойтись просто не может. Особое внимание уделяется родственному уходу. Более 180 человек прошли обучение в школе реабилитации и ухода за близкими людьми, с которыми они проживают вместе. Виктория Шарая, «События». Уборка не останавливается ни на один день. Коммунальные службы продолжают расчищать крыши и карнизы от снега. Из 7 тысяч скатных кровель в Самаре осталось очистить порядка четверти. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил усилить работу и выделить для этого дополнительные бригады. Также на особом контроле находится и сам процесс очистки. Администрация напоминает, что работодатели должны соблюдать все меры по охране труда. Отправляя работников на уборку крыш, подробнее Михаил Ермоленко. Опасная, но очень важная работа, особенно когда дело касается здоровья жителей города. В разгар зимы коммунальные службы переходят в режим нон-стоп. Убирают снег и наледь не только с улиц, но и с крыши карнизов. При работе на высоте важна не только сноровка и знания, но и безопасность самих работников. Рассказывает мастер участка по адресу Старозагора Галина Макарова. Рабочий день начинается с самого утра. Ребята работают уже довольно-таки давно. Опыт работы в очистке и ремонт кровель у них идется уже давно. Поэтому ребята знающие свой толк. Рабочий день начинается у нас с 8 часов утра. Приходят на планерочку, проходим инструктаж по технике безопасности, подписываем наряд допуска работы на высоте. Проверяем у них крепежи, оснастку, ремни безопасности. Все это мы проверяем. Безопасность работников, которые чистят крыши на высоте, на особом контроле. Процесс начинается на техническом этаже. Здесь на несущие балки фиксируют обязательные страховочные тросы. На корпусе уборщиков ремни безопасности, на голове каски. Внизу, недалеко от дома, стоит мастер, контролирующий уборку и предупреждающий о приближении людей. Мальчишки, внимательно, вход, выход из подъезда, остановите работу. Это лишь часть правил, которые коммунальные службы и управляющие компании должны соблюдать, отправляя людей расчищать крыши и карнизы. Администрация города в очередной раз предупреждает работодателей о необходимости строгого соблюдения всех мер безопасности. От разрешения на работу на высоте у сотрудников служб до специальной экипировки. К работе на высоте не допускаются лица моложе 18 лет. Лица должны пройти обязательно обучение. Обучение по виду работы, обучение по работе на высоте. Должен быть проведен инструктаж по охране труда и проверка знаний, требований охраны труда. Лица, естественно, должны быть допущены по медицинским показаниям к работе. В противном случае за невыполнение нормативов по охране труда предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей.
В Самаре насчитывается порядка 7 тысяч скатных кровель. На сегодняшний день осталось очистить около четверти из них. Но после этого работа не останавливается. Коммунальные службы выходят на очистку по мере выпадения осадков. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Расчистка улиц города от снега идет без перерывов. В приоритете подъезды к социально значимым учреждениям, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Общественные организации внимательно следят за результатами работы. Как проходит вывоз снега в ночное время, увидел Максим Магомедов. Для расчистки улиц города ночью задействовали 279 единиц техники и 76 дорожных рабочих. В разных районах города организовали 7 площадок для временного складирования снега. Это позволяет профильным службам эффективно распределять потоки самосвалов и вести работу непрерывно. В ночное время, когда движение транспорта снижается, самое время дорожным службам проводить работы по расчистке, по расширению проезжей части, а также вывозу снега. При расчистке дороги особое внимание уделяется каждому элементу уличной дорожной сети. Это проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходы к социально значимым объектам. Очистка улиц проходит в несколько этапов. Сначала снег собирает вдоль бордюров погрузчик, затем его вывозят самосвалы, а тротуары чистит бригада рабочих. Далее дороги подметает трактор со щеткой, а потом обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяют дорогам, по которым едет общественный транспорт. Например, проспекту Кирова, который отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчикам важно обеспечить не только своевременную и качественную уборку, но и бережное отношение к объектам благоустройства. Это позволит увеличить срок службы проезжих частей тротуаров за счет сохранности обновленных элементов, что в свою очередь минимизирует необходимость гарантийного ремонта. На тротуаре плитка, то есть это все стараемся бережно снимать, снег снимаем очень бережно, то есть грузим также аккуратно все, стараемся ничего не повредить. Снег вывозим мы всегда, независимо от снегопада, снег мы вывозим всегда. Ну и плюс еще обрабатываем пешеходные переходы, обрабатываем остановки. Вот, тротуары, проезжую часть, подметаем. Общественники постоянно следят за результатом уборки снега с улиц города. Для регионального отделения Общероссийского народного фронта это одна из приоритетных задач в зимнее время. Это особенно актуально для тех улиц, которые были обновлены на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тяжелая снегоуборочная техника не должна портить облик наших улиц. А объем вывозимого снега с улиц нашего города и своевременность вывоза также очень важны. Чем быстрее улицу освободят от снега, тем меньше вероятность образования снежной каши во время оттепели. Мониторинг обращений граждан в социальных сетях ведет Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Самары. Ни одно сообщение не остается без внимания. Каждое находится на контроле до полного исполнения задач. Это ведущий принцип. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. Пришло время для экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. В России может подорожать хлеб. Когда ждать роста цен? Производители заявили, что уже в феврале. Тогда же пенсионеры получат прибавку. Им компенсируют разницу, которая образовалась из-за объявленной недавно индексации пенсий. Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсии на 8,6%. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Глава государства отметил, что индексация на 5,9%, которую произвели с начала января, не покрывает расходы пенсионеров из-за роста цен. Поэтому прибавку решили увеличить. Повышение для неработающих пенсионеров будет оформлено с 1 января этого года, независимо от того, когда будет принят соответствующий закон. Поэтому в феврале российским пенсионерам выплатят образовавшуюся разницу. И это будет кстати. Цены на продовольствие не перестают расти. В феврале существенно подорожает хлеб. Производители ссылаются на растущие затраты. Расходы увеличились на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции. Повышение цен на хлеб предположительно составит от 16,5% до 30%. Правительство России выделит 20 миллиардов рублей на закупку медикаментов от коронавируса. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. 15 миллиардов рублей направят на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Остальные средства получат регионы России. Самарская область более 85 миллионов рублей. Деньги пойдут на лекарства для тех, кто лечится на дому.
Специалисты раскрыли информацию, куда чаще всего тратят деньги россияне в первый день зарплаты. Треть опрошенных рассказали, что идут в ресторан или заказывают доставку еды. Еще столько же приобретают одежду, обувь и аксессуары. Каждый четвертый стремится купить подарки детям и родственникам. Следующим пунктом в рейтинге самых популярных трат оказались кино, концерты и походы в музеи и галереи. При этом 14% респондентов также направляют заработанные деньги на услуги по уходу за собой, салоны красоты и оздоровительные клиники. Самыми непопулярными статьями расходов стали покупки книг, курсов и тренингов, а также траты на авиабилеты и бронь отелей. Официальный курс доллара 78 рублей 94 копейки, американская валюта прибавила 30 копеек, евро 89 рублей 15 копеек, курс евро вырос на 22 копейки. Нефть марки Brent 89 долларов и 3 цента за баррель. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Бурлящие ручьи в середине зимы. На улице 22-го партсъезда в Самаре произошел крупный порыв. В результате под водой оказались сразу несколько дорог. Подробнее Мария Левина. Вода была вот половина, чуть-чуть пониже бака. Вода стояла. Полметра воды и заблокированное движение, рассказывает очевидец. Любовь шла на работу в первой половине дня. Застала непосредственно порыв на 22-м партсъезда вблизи рынка «Норд». Минут за пять просто вон оттуда сначала моста и дотекла вот до дороги? До нового светофора. Полметра точно вода была. Я думала, то, что здесь вот все вообще затопит. Пробка была, здесь пробка из людей была. Бабушка с дедушкой приходили через дорогу, под водой лед, и то есть бабушка упала прямо вот в теплой куртке. Около полудня о потопе сообщили в социальных сетях. По утверждениям прохожих, под водой оказались несколько улиц. 22-го партсъезда, Гаражное и Заводское шоссе. На место выехали специалисты из ресурсоснабжающей организации. 22-го партсъезда 1В, корпус 6, произошел технологический отказ на водоводе диаметром 600 мм. Специалисты РКС «Самара» сейчас находятся на месте, отключают утечку и делают переключение. Идет согласование земляных работ. По какой причине произошел технологический отказ, пока неизвестно. Это будет понятно после того, как докопаются до трубы и найдут повреждения. Водоснабжение в зданиях вокруг, включая рынок, по словам представителей ресурсоснабжающей организации, осуществляется в штатном режиме. Мария Левина, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. Сотрудники транспортной полиции накрыли межрегиональную наркогруппировку. По подозрению в покушении на сбыт задержали жителя Самарской области. Он направлялся с порошкообразным веществом в Волгоград поездом в Воркута-Адлер. После возбуждения уголовного дела удалось задержать еще двоих участников той же преступной группы в Нижнем Новгороде. Установлено, что наркотики закупали через интернет, потом развозили по регионам. Самарские полицейские нашли похитителя велосипеда, самокатов и детского снегоката. Все кражи произошли в домах, расположенных на улице Шверника. Во всех случаях похищенный инвентарь не был оборудован каким-либо противоугонным средством. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Похитителя вычислили. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Самары 88-го года рождения. Уголовные дела объединили в одно производство. В Самаре начнут строить первый пролет развязки на улице Новосадовой. На этой неделе приступят к устройству пролетного строения со стороны въезда в город в районе бывшей автозаправки. Масштабная стройка началась в феврале прошлого года. Стоимость работ по госконтракту оценивают в 3,5 миллиарда рублей. Завершить строительство планируют до конца 2023 года. В Самарской области готовят земельные участки для строительства школ на условиях государственно-частного партнерства, рассказали в областном правительстве. Они появятся в селе Лопатино Волжского района, в микрорайоне Крутые Ключи, в Волгаре, на 19-м километре Московского шоссе в Кировском районе, на Южном шоссе в Куйбышевском, два объекта в Октябрьском районе Самары, в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Новосадовой, Северо-Восточной магистрали, а также в границах улиц Масленникова, Новосадовой, Николая Панова, Склиренко. Планируют строить школу и в районе стадиона «Солидарность-Арена». В пятницу 28 января в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в муниципальные детские сады. Об этом сообщили в городской администрации. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить информацию, указанную в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточности необходимо обратиться в МФЦ для корректировки заявления.
На страже закона таможенная служба. 26 января отмечают свой профессиональный праздник почти миллион работников таможни со всего мира. Они контролируют перемещение людей и материальных ценностей через государственные границы и борются с контрабандой запрещенных товаров. В ведомстве Самарской таможни сразу три региона и почти 2000 километров границы. С какими результатами подошли к профессиональному празднику самарские таможенники, выяснила Гульфия Сафина. Почти 1500 квадратных метров. Склад сверху донизу заставлен упакованным товаром. Но все это не имеет никакого отношения к официальному производителю. В коробках контрафакт. С каждым годом попыток ввести на российский рынок незаконную продукцию, по оценкам самарских таможенников, становится больше. В прошлом году выявили 1,5 миллиона контрафакта и 1 200 000 немаркированных товаров. Продукты питания, обувь или одежда, или вот одна из крупнейших партий, задержанных в прошлом году. Здесь почти 3000 сумок, ремней и рюкзаков известных брендов: Christian Dior, Calvin Klein, Burberry, Gucci. Ущерб правообладателю составил почти 175 миллионов рублей. Кожгалантерею нарушитель пытался привезти со стороны Казахстана, но его задержали в районе Большой Глушицы. Сегодня на контроле самарской таможни не только областные пункты, крупные из которых аэропорт Курумыч и особая зона Тольятти, но и Ульяновская и Оренбургская области. Чаще всего примерно 90% нелегальной продукции везут из Казахстана и Киргизии. Встречаются и другие запрещенные товары. Порядка 5 килограмм наркотических средств, кодеин и марихуана, которые перемещались в международных почтовых отправлениях, заказаны были через интернет из Испании. И в данном случае в отношении молодого человека, который заказывал этот товар через подставных лиц, заведено сейчас 2 уголовных дела, находится на рассмотрении. Санкционный картофель, незадекларированная валюта, магазины к автомату Калашникова. Любое подозрение, и продукция конфискуется до изучения материалов дел. Контрафакт и запрещенная продукция подлежит уничтожению. Росимущество может отправить на полигон или под пресс, либо сжечь в специально отведенных местах. На время расследования товар находится на таможенном складе. Здесь зависит от сроков расследования, дел об административных правонарушениях, уголовных дел, от сложности этих дел. Ну, чаще всего там от 2 месяцев до полгода. Там, где мы не устанавливаем нарушение таможенного законодательства или законодательства Российской Федерации, в том числе и нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, мы товар возвращаем, и такое тоже часто бывает. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 179 государств. В сфере таможни трудится почти 1 000 000 человек. Их задача не только защита интересов производителей и закона, но и, конечно же, потребителей, чтобы на прилавках не появлялись сомнительные и даже опасные для здоровья товары. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Самарская студентка победила в международном конкурсе красоты World Beauty 2021. С 7 по 11 января конкурс проходил в столице Северной Македонии, Скопье. Программа фестиваля включала дефиле участниц, представление коллекции российских модельеров. Гран-при завоевала представительница России, студентка из Самары Яна Богатова. Самара примет первенство России по греко-римской борьбе. Крылья Советов готовятся к матчам 2-го этапа сбора в Турции. А Россия утвердила состав сборной страны для Олимпийских игр в Китае. Подробнее в новостях спорта. Олимпийский комитет России утвердил состав сборной нашей страны на Олимпиаду в Китае. Это 212 спортсменов, 103 женщины и 109 мужчин. В последний момент были внесены изменения. В частности, на соревнования не поедет фигурист Михаил Калида. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо. ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. На 2-м сборе в Турции «Крылья Советов» проведут еще 3 матча. Самарские футболисты 30 января встретятся с командой из Северной Македонии, 6 февраля с Нижним Новгородом, а 9 февраля планируется провести 2 матча против Астаны. По результатам 1-го сбора «Крылья» одержали 2 победы, а 1 из 3 матчей сыграли в ничью. В Испании завершился юниорский этап мирового чемпионата по фехтованию на саблях. Мария Зинюхина из Самарской области в составе национальной сборной страны заняла 3-е место в командном турнире. Сборная России начала турнир с победы над Италией. В полуфинале россиянки уступили француженкам, а в поединке за 3-е место одолели команду Венгрии.
Самара в этом году станет хозяйкой первенства России по греко-римской борьбе. Со 2 по 6 марта обновленный дворец спорта примет лучших борцов со всей страны. Соревнования среди юниоров до 21 года памяти заслуженного строителя России благотворителя и мецената Игоря Найвальта станут отбором на первенство Европы и мира. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара-ГИС», в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!